Мне череп как будто сверлом буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Самые горячие кибердевочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Вот ведь. Что там делаешь? Иду, лейтенант. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и чего вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну! Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. До свидания. Конор, мерзость какая! Мне бы тут не сблевать. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли, может, он, ну, пожестче любил. Мы что-то упускаем. Ты можешь прочитать память андроида? Вдруг что прояснится? Попробую. В правах написано «Майкл Грэм». Тот кредит. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Задам тебе несколько вопросов. Ты можешь говорить? Этот... Он мертвый? Как все случилось? Он начал бить меня. Снова и снова. Ты его убила? Нет. Нет, это не я.
Что еще ты помнишь? Скорее, времени нет! Я больше ничего не помню, я не Тогда помню... Тогда кто, если не ты? Я не знаю, я отключилась, я... Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Куда делась эта машина? Она что-то сказала? Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила... Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Вы знали жертву? Нет, но он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали тут проблемы с андроидами? Нет. Ну, разок. Девочка пропала месяца три назад. Та же модель. Просто исчезла и следа не нашли. Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время? Я прошу вас. Это важно. $99.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Клуб Рай желает вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Она ее видела. Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Ага. Алло, Асов. Давайте вот эту. Надеюсь, это все не зря. Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Ну что, застыл? Да тут везде андроиды. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Я знаю, куда она ушла. Теперь...
Я знаю, где она. За мной. Охренеть! Чтоб меня! Стой! Тут я уже сам. Черт! Опоздали! Вот с ними как. Используют до упора, а как сломаются, выкидывают. Они уходят! Когда этот человек сломал ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Я умоляла его перестать, но он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и так держала, пока он не застыл. Я не хотела убивать его. Я просто сама хотела жить. Вернуться к своей любимой. Чтобы она снова прижала меня к груди. Чтобы я могла позабыть о людях. О том, как они пахнут и что говорят. Идем. Пора. Может, так даже лучше.